нарядные ели, разноцветные огоньки и украшения, ярмарки подарков и сувениров – все это превращает и бесы, и мишуры сказочную Прагу в страну волшебства. Добро пожаловать на канал «Влюбленные в путешествия». Да, мы сегодня отправляемся в новогоднюю Прагу. Каждый дом, каждая квартира погружается в атмосферу праздника, наряжая праздничную ель, вывешивая специальные венки, украшая окна. Словом, город и его обитатели ощущают сладкое предвкушение праздников. Многие рестораны Праги начинают выставлять афиши рождественских вечеринок. Проходя по улицам, можно увидеть яркие и заманивающие вывески, где каждое заведение предложит что-нибудь необычное, чтобы заманить вас внутрь и усадить за столик. Многие туристы и пражане заранее предпочитают определиться с местом праздничного ужина, изучая свои списки избранных ресторанов или же подбирая что-то подходящее по отзывам. Чем же может помочь в этом канал «Влюбленные в путешествия»? Прежде всего, советом. Сделав заказ заранее, как говорится, готовь сани летом, вы застрахуете себя от возможных повышений цен. А еще покажем вам лучшие рестораны, где можно здорово отметить этот всеми любимый праздник. Например, пражский традиционный ресторан «Фольклорный сад» будет завлекать пивом и вином без ограничений в новогоднюю ночь, национальными блюдами, дискотекой в стиле 70-х-90-х годов с конкурсами и праздничной программой, ну и, конечно же, великолепным салютом. А вот средневековая дискотека и представление «Шокирующее средневековье» с жонглерами, танцевальной группой, гадалками, факиром со змеей, карликами и великанами ждет тех, кто встретит 2016 год в корчме Детеница, недалеко от Праги. Здесь вы сможете попробовать национальный напиток медовина и богатое средневековое угощение. Прочувствовать настоящую атмосферу сказочной старины и веселый дух Нового года поможет праздничный ужин в ресторанчике в историческом центре города. После ужина и встречи Нового года вы можете выйти на Карлов мост и Староместскую площадь, загадать желание и полюбоваться праздничным салютом. На выбор несколько вариантов меню готовит старинный ресторан «Блатница» в центре Праги. Как ни крути, что кушали и что пили, призабудется. А вот атмосфера уж точно останется с вами надолго. Так что вам решать, с какими эмоциями начинать Новый год жизни. Путешествуйте! От путешествий только польза! Больше подробностей о новогодней Праге на нашей странице Facebook.